Привет, друзья! С вами Дарика. Сегодня готовим очень вкусные корн-доги или сосиски в тесте на скорую руку. И вот что нам понадобится для их приготовления. Такие румяные, пышные, вкусные корн-доги у нас получились. Готовятся они очень быстро и просто. Обязательно попробуйте приготовить, я уверена, что они понравятся вам и вашим близким. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новый рецепт. До новых встреч, друзья!